В Захаровском поселении главные торжества состоялись в местном Доме культуры. В фойе гостей встречала выставка детских рисунков, посвященных Великой Победе. Под звуки проникновенной музыки начался концерт. Юные и взрослые артисты отдали дань памяти героям Сталинградской битвы. Нас оставалось только трое из 18 ребят. В феврале 2018-го исполнилось 75 лет с момента победы советских войск в Сталинградской битве. Согласно общему мнению историков, она ознаменовала собой коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Мы будем помнить о ней всегда, мы будем передавать ее от отца к сыну, от сына к внуку. Все вместе сохраним память об этой победе. Издалека. Мы очень гордимся тем, что в Одинцовском районе хранят эту память, хранят верность воинским традициям, хранят верность своему родному народу. И вы, ребята, всегда помните об этом. У многих ребят в зале портреты их прадедов, воевавших за родину. Эти школьники не первый год участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк». Шагай с нами, смерть и смерть поправ, как 41-м ты прикрыв собою, и наша жизнь не кончится пока, течет река бессмертного полка. В 1941 году территория сельского поселения Захаровское являлась прифронтовой. Отсюда в ряды Красной Армии призвали 812 человек. Домой вернулось только четверть. В Захарово находились три прифронтовых госпиталя. Умершие в них солдаты похоронены в братских могилах на землях поселения. Перед этой священной тишиной стала женщина с поникшей головой. Кто-то шепчет, про себя всегда мать, все надеется, сыночка, увидать. Символы четвертого этапа муниципальной эстафеты, копию Знамени Победы, капсулу со священной землей из Сталинграда и стальной нагрудник советского воина СН-42 принимает делегация из Ершовского поселения. Сельское поселение Ершовское – это поселение, по земле которого проходил передний край в 1941 году. Передний край, на котором Красная Армия добилась первой уверенной победы над фашистской Германией. Традиционно муниципальная эстафета «Салют Победе» проходит во всех 16 поселениях района. Она сопровождается различными патриотическими мероприятиями, театральными постановками, выставками, уроками мужества. Анна Макарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».